Всем привет! Сегодня я вам покажу небольшие посылки с сайта AliExpress. Я, конечно же, получаю данные товары по частям, но, как и говорила ранее, я компоную в несколько штук, чтобы показать вам все в одном видео. Ну и давайте начнем. Первое, что уже у меня в затесте, то, чем я уже пользуюсь, это непосредственно сумка через плечо. Она пришла вот в таком вот пакете, естественно, я уже все распаковала. И вот так вот она выглядит. Если вы видите, она небольшого размера, то есть вот моя рука, опять же, да, можете сравнить, что где-то вот по размеру, как полторы ладошки. Что хочется сказать? Конечно, когда она пришла, я была очень удивлена, потому что ткань, да, естественно, что это не натуральная кожа, это эко-кожа, искусственная кожа. Значит, что мне сразу не понравилось? Я вам сейчас постараюсь показать. Не знаю, насколько камера это передаст. Значит, сама по себе ткань очень тонюсенькая, как вы видите. И по материалу видно, что она не такая уж плотная. Конечно, она приехала в таком вот прессованном виде. Вы видите, что здесь даже еще не до конца не расправились. То есть вот в таком вот виде она приехала. И она была очень тоненькая. То есть я видела на сайте, на фотографии, что ткань, она немножко плотнее. То есть не такая мягкая, не такая тонкая. И, конечно, я переживала, что она будет провисать. Но, вы знаете, к сожалению, этого не произошло. То есть, в принципе, сумка держит вес достаточно большой. Ну и давайте посмотрим. Здесь есть карабинчики, они отстегиваются, естественно, регулируемый ремешочек. Но опять же, посмотрите, то есть, насколько он тоненький. То есть, вы понимаете, да, что кожа сама по себе у этой сумки не плотная. И, конечно, это не очень хорошо, потому что выглядит, ну, как-то не очень. То есть, цена, конечно, данной сумки была небольшая, меньше 1000 рублей. Там есть разные расцветки, красный и салатовый мне хотелось, но салатового не было почему-то. В общем, я взяла синего цвета. Давайте тогда посмотрим детально. Здесь изображена у нас вот такая вот корона и даже есть надпись. Можно прочитать, очень мелко, но, в общем, кому интересно, может поставить на паузу. Так, давайте посмотрим, что у нас с ручкой. Ручка тоже очень тоненькая, очень хлипкая. И, ну, пошив, конечно, качественный, но вот именно сам материал настолько тонкий, что когда я смотрю, мне кажется, что это порвется. Но не суть дела. Значит, как она застегивается? Здесь есть заклепочка, застежечки с двух сторон. И вот таким вот образом она открывается. То есть, если кто-то захочет залезть вам в сумку, вряд ли ему это удастся. Но с такой тонкой кожей, возможно, ее очень легко, конечно, повредить, то есть порезать. Вот такие вот заклепочки, очень достаточно интересные. То есть, в принципе, сумочка смотрится очень эффектно. Позади есть кармашек. Здесь, ну, видно, да, что есть какие-то ниточки. В принципе, что касается застежки, очень качественно все открывается, никаких проблем нет. Здесь можно положить, вот у меня лежит проездной, то есть, в принципе, очень удобно. Ну, вы видите, да, что есть некое затруднение в застежке, но, в принципе, неплохая сумочка. Так, ну и внутри давайте еще раз быстро заглянем, что же там есть. И посмотрим дальше. Здесь есть кармашек. Я использую его для ключей, но он небольшой. И достаточно такая вот вместительная сумочка. Здесь есть тоже небольшие кармашки. Ткань такая, знаете, очень грубоватая, но достаточно все качественно пошито. В принципе, эта сумка, если бы она даже стоила больше 1000 рублей, то, наверное, если бы кожа была бы потолще, цены бы ей, конечно, не было. Но, в принципе, за такую цену
Сумочка тоже неплохая, я сейчас ее уже как раз таки собираюсь летом и носить. Надеюсь, что она хотя бы мне прослужит полтора года. Ну или минимум хотя бы один летний весенний сезон. Следующее, что у меня пришло следом, я уже тоже открыла, потому что мне нужно было подтвердить получение товара для продавца. Это сережки. Я, конечно, на сайте AliExpress очень большой выбор, но увидев эти сережки, мне очень захотелось. Здесь фирма Michozen, ну или как-то так. В общем, это самолетики. Сережки-самолетики. Они не из золота, это позолота, то есть это просто бижутерия. Но они настолько красивые, что я, конечно, не устояла. Видно, да, наверное, сейчас? Это самолетики, и здесь вот есть такие вот красные вкрапления цвета. Там еще были голубенькие. Но голубенькие я не стала брать, потому что мне понравились очень красные. Я не блондинка, поэтому голубенькие мне могли не пойти. Какой у них механизм? Механизм очень простой. Вот он открывается, вот одна сережечка, и вот она закрывается. Вот таким вот образом выглядят данные сережечки. Очень мне понравились, восторг, и стоили очень недорого. И давайте посмотрим, что же последнее мне пришло. Последняя была футболка. Я ожидаю еще одну. Она пока еще ко мне не дошла. Ну и, соответственно, давайте посмотрим. Так, это я еще даже не открывала. Магазин называется Mix Wind. No Fashion, No Life. Много баркодов, представляете? То есть компания на пакете прям пластиковом, баркоды ВКонтакте, AliExpress, Facebook. И самое мне, что понравилось, это пакет оригинальный, который открывается очень интересно и очень просто. Давайте посмотрим, пока у меня не села еще батарейка. Это самый маленький размер. Так, футболочка достаточно простая, такая в стиле casual. Размер здесь у нас с вами S-ка. Сделан он из хлопка. И вот футболка, соответственно, достаточно простая, с такими вот необработанными краями. Там на сайте есть возможность в этом магазине заказать футболочку такого плана и в черной расцветке, и в серой. Но я взяла в белый. Ну, она, кстати говоря, не очень такая именно с заниженной талией, то есть она такая средняя по длине. В принципе, качество мне нравится. Давайте посмотрим, из чего она сделана. Ну, здесь не написано, точнее нет, здесь написано, но я не знаю китайского языка. Кто знает, напишите. Но вообще это 100% хлопок было написано на сайте, я просто не знаю, если честно. Из чего это? Ну, в общем-то, футболочка мне понравилась, очень приятная к телу. И как раз сейчас на сезон идеально подойдет. Вот, так что вот такие вот заказы мне пришли с сайта AliExpress. AliExpress меня, конечно, очень радует. В последнее время очень быстро доставляет. Одежда качественная, но, конечно, естественно, я читаю перед тем, как купить, из чего она состоит. Смотрю, опять же, как она сидит на людях, да, на моделях. И уже выбираю очень тщательно. Ну что ж, всем отличных выходных, всем пока-пока.